такая передача. По субботу чуть не плача. Вся канадчика в дачах телевизор рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, там это у колодца и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может, лучше про реактор, про привычный лунный трактор, ведь нельзя же. Вот подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, и мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь и вдруг Бермуды, вот те раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни. И не испортят нам обедни злые происки врагов. Да это их худые черти бермутят воду в пруду. Это все, я вам скажу, придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочинили ноту ТАСС. Тут примчались санитары и зафиксировали нас. Те, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене паранойи, как ведьмак на шабаше. Развяжите полотенцы и на веры изуверцы. Нам бермутерно на сердце и нам бермутно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось у колодца и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра: папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно. Удивительное рядом, но оно запрещено. Вон дантист на домне крутит, у его приемник рундит. Он его ночами крутит, ловит контрафейерге. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. А к нам попал в волнении жутком, с растревоженным желудком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне, сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Сгинул топливо истратив, весь распался на куски, но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли, и один из них механик рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник – незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он год над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь. Разошелся, так и сыпить, треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг ядрен ваш. Пусть безумные идеи вы не рубаете сгоряча, вы отвечайте нам скорее через доку главврача. С уважением, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото.